Здравствуйте! Вы смотрите Arsenal News, и я ее ведущий адвокат. И сегодня мы взяли небольшое интервью у известного человека по имени Солид. Здравствуйте, телекомпания Arsenal News. Меня зовут адвокат. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Солид. Здравствуйте. Здравствуйте, Солид. А как вы узнали о нашем острове? Ну вот, так получилось, что со мной связался один человек очень хороший. Адекватный достаточно в социальной сети, и предложил приехать на этот остров, полюбоваться здешними красотами. Вот я, собственно говоря, приехал. А чем вы собираетесь заниматься на нашем острове? Это все зависит от тех условий, в которых я попадаю и бываю. Зависит все от окружающей среды, так скажем. Если окружающая среда адекватна, то я вполне могу, видите, адекватно разговаривать и давать подобные интервью, разговаривать с полицейскими и все такое. Если же там начинаются какие-то беспределы с полицейскими, либо с полицейскими, то ответы будут такие же. Хорошо, я вас понял. Расскажите, вам нравится пока на нашем острове? Пока да, меня все устраивает, за исключением некоторых людей, которые просто вот сейчас недавно меня, так скажем, подранили, если так по-игровому. Вот, подранили очень так круто, и не меня одного, а еще и Дэна, который где-то тут рядом стоит. Дэн, ты где? Дэн, ты где? Я вот с другом пришел сюда. Вот он, в камуфлированных штанах, это мой друг хороший. Вот, давно с ним знаком, уже более 8 лет, около 9 даже лет мы с ним знакомы, да. Старый товарищ мой. И напоследок, может быть, вы хотите передать какие-нибудь приветы вашим родственникам? Ну, могу передать привет моим подписчикам, которые сейчас меня смотрят. Спасибо за лайки, спасибо там даже за дизлайки, и всего вам самого наилучшего, смотрите стримы, и если у вас есть лицензионный арман, заходите на этот сервер, поиграем вместе. Хорошо, спасибо, что ответили на вопросы, с вами был Arsenal News, до новых встреч.